Ребят, мы едем кататься по Красной. И может не только по Красной, может сегодня погоняем опять по нашим любимым параллельным улицам, перпендикулярным Красной и всякое такое. Посмотрим. Ребята, вот вы видели сейчас кадры до этого, были светленькие еще такие. И вот уже 20-21 на часах. А? Сумерки. Да, и все, и уже сумерки, солнце садится. Брат сегодня написал, что вчера они приехали в Тверь в 2 ночи. И, говорит, разгружал тачку на улице, из багажника доставал, говорит, и не мог понять, какие-то вообще просто сумерки. Ну, говорит, с югов приехав, очень непривычно, потому что здесь сейчас вот через 15 минут уже будет прям... Хоть выколи глаз будет. Ну, еще, нет, еще пока нет, но вот будет уже прям такая, короче... темнота. Ну да. А здесь, через полчаса, через часик. Мы уже много раз говорили, но здесь темнота совсем другая, не такая, как, прям, например, в Сибири. Кромешная. Короче, да. Север севером, юг югом. Вот. И мне не хватает, если честно, все равно вечера, да. Да. Вечера, светлого вечера. Угу. Не хватает. Это минус южных городов. Минус. Опять же, можно вставать рано, конечно, да. Опять же, кто здесь родился и кто здесь всю жизнь прожил, для них это вообще норма. Не, понятное дело, да. Они не знают другой жизни. Да, да, да. Мы это знаем, мы жили там, мы жили тут. Мы везде поживем. И увидим. Ну, поживем, увидим, типа. Поживем, увидим. Ребят, давно мы, походу, не гоняли так. Да. На самокате, на скейте. Круто, круто. Вот, сегодня давайте первый раз оставим ссылочки на самокат и на скейт. Я попробую найти его в проскейтере, где он там был вообще, есть ли такой же или нет. Просто вчера мы поднимали тему по поводу того, что мы покупаем, и оставлять ли ссылки. Вот, и, ну, наверное, стоит. Наверное, стоит. Полезно ведь другим людям узнать. Меньше вопросов. Да, да, да. Ребята, Красная была перекрыта всего 20 минут назад, а уже народ тусит. Ребят, едем мимо просто какого-то нового заведения, там написано Vegan Food. Пойдем-ка узнаем, что за Vegan Food. Хрум кафе. Нифига себе. Это, короче, рядом с теремком, в который мы, в принципе, пытались как-то зайти покушать. Прикольно. Прикольно. Круто. Очень круто. Круто. Счастливо. Красиво. Слушай, ну это вообще какая-то неожиданность была сейчас. Да? Клево. И интерьер клевый. Мне сразу подкупают вот эти вот места у окон. Это вообще прям ништяк. Ну вот так вот, такая неожиданная реклама. Зайдем, вернемся как-нибудь. Ну пока у них салаты. Да, мы просто кушать не хотим. Да. Так-то можно было сейчас. Да, мы просто пошли посмотрели. Ну как не хотим? Я бы не против. Но мы вообще целенаправленно ехали в Starbucks, чтобы попить какого-нибудь лимонада. Тот Starbucks. Мы один проехали? Да. Сегодня какие-то приятные неожиданности. Ребята встретили нас на Красной. Сейчас запотаемся. Круто. Слушайте, пока мы стояли, фоткались с ребятами, нас просто начали поедать комарьё. Это прям лучше реально ехать и не останавливаться. Вот, ребята говорят, в Чистяковке были сегодня, а там вообще просто ад какой-то. Сырость, влажность. Вот. Ух ты, как круто вообще, смотрите, как освещается небо, как будто вообще день. Только небо, слушай, еще что-то светлое пока. Очень светлое. Да. А, ну там солнце еще просто. Солнце-то где-то там садится.
Вот, едем, короче, мы в Starbucks. Сегодня таки день приятных неожиданностей. Да блин, свет, говори давай. Короче, пришли в Starbucks, и оказалось, что там есть веганские вообще вкусняшки, которые мы просто отведали. Сэндвич, печенье. Сэндвич с перцем гриль и грибы там вроде есть. И, хумус, перец, гриль, вот так называется. Вот, очень вкусно, между прочим. Короче, сегодня какой-то день прям открытий. Да, печенье лимонное и приятных неожиданностей, в чем даже дело. Вот, и как вы заметили, мы сегодня не пили кофе, что-то кофе даже не хочется пить, вот, после вчерашнего, видимо. Да ладно, нет, я шучу. Просто не хочется и все, поэтому взяли летние такие напитки. Потому что, может быть, жарко сейчас уже стало. Да, хотя еще пока не так уж жарко. Можно фраппе же выпить. Да. Блин, а финский фраппе вообще все равно не сравнится. Да. Погнали. Покатушечки! У-ху! Ребята, мы приехали к Краснодарскому краевому суду, в начало, к машине, к нашей. Вот, и хотим с вами уже на сегодня попрощаться. Потому что... Здесь. Да, может быть. Да. У-ху! Здесь колонны каменные, да, короче, здание каменное. Пока сидели мы, да, чтобы вы понимали реально, куда мы смотрим, это вот такое огромная громадина. Короче, пока мы сидели в Старбаксе, мы все-таки решили, во сколько завтра выезжаем из дома, куда поедем, потому что выходные пришли, дома мы сидеть не будем. Да, и что нам нужно сейчас купить? Да. Дорогу. Едем сразу, скажем, на море, естественно, потому что мы все теперь, надо пользоваться каждыми выходными, идти, говорит, на море. А разгружаться, разгружать свой мозг, смотреть на воду, наслаждаться. Поедем в новое для нас место, где мы еще не были, потому что, что ж, мы по старым-то катать мы вас будем. Надо уж показывать что-то свежее. Геленджик. Да, что-то свежее. Хотя я бы в Геленджик с удовольствием поехал. Не знаю, он уже... Потому что мы были там впервые, первый раз здесь, и поехали туда, и было клево. Блин, здесь реально такая влага, капец. Прошел дождик, видать, плитка вся эта впитала влагу, ну, то есть туда, куда-то там она ушла, и теперь она оттуда испаряется, здесь вообще неимоверная. Вот. Все, ребят, увидимся с вами завтра. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии и ведите себя активно. Активный образ жизни, он всегда дает свои плоды. Покеда! У-ху! У-ху! У-ху!